понадобится 800 грамм лука, 5 луковиц почищенных больших, наливаем оливкового масла немножко побольше обычного, разогреваем, высыпаем лук в кастрюлю. Понадобится 2 стакана воды. Добавляем 2 стакана воды. 1 стакан. Солим. Доводим до кипения. И кипятим 10 минут. Можем мясо. Полстакана белого вина. Вливаем вино. Накрыть крышкой. Немножко приоткрыв крышку. Готовим 1,5 часа. Пасса аль денте.